Тем временем сегодня лидер португальской сборной мадридского Реала Криштиану Роналду в столице Испании получил золотую бутсу как лучший бомбардир европейских национальных чемпионатов прошлого сезона. Уже четвертую в своей карьере. В 35 матчах за королевский клуб он забил 48 мячей. Второе место с 43 голами в 38 играх за Барселону занял аргентинец Лионель Месси.